помехи, а телевизионный спецэффект. Сейчас я включила не телевизор, а вашу фантазию. Сегодня взбудоражим воображение необычными дизайнерскими эффектами, которые можно создать в интерьере с помощью современных натяжных потолков. Путешествовать по лабиринту впечатляющих дизайнерских фантазий мы будем сегодня с создателем интерьера Светланой Сидоренко. Гостиная – это такое помещение в квартире, в котором происходит масса сценариев. В ней просто необходимо сделать много вариантов освещения. Тут была поставлена задача не использовать точечные светильники, и поэтому было принято решение сделать двухуровневый потолок с растровым светильником, который обеспечит дневной свет, подсветкой светодиодной, которая обеспечит вечерний приглушенный свет, и люстра как основной вариант освещения. Следующая интерьерная композиция от Светланы – это кухня, в которой благодаря современным натяжным потолкам удалось элегантно сценировать пространство. Первый, так скажем, прямоугольник, он выделен именно для барной стойки. Потом вторая задача была вывести люстру над столом. С помощью двухуровневых потолков, а также использования цветного полотна удалось объединить все компоненты интерьера. Почему выгодно заказывать современные натяжные потолки в крупных производственных компаниях? Во-первых, можно выбрать любой дизайн, осуществить даже самые смелые задумки, возможно, практически все. Также наличие собственного производства позволяет изготовлять потолки в кратчайшие сроки, буквально за один день. И цены не завышены. За целый комплекс работ крупная компания-производитель предлагает доступную стоимость. Кстати, современные натяжные потолки установлены во всей квартире, в каждой комнате. Растровые потолки – это потолки будущего. Именно такое впечатление они производят. Чего-то неземного, космического, но в то же время они гармонично впишутся практически в любой дизайн-проект. В прихожей зоне растровые лучи расположили по диагонали, а в основном коридоре использовали прямые горизонтальные и вертикальные линии. Вот что значит посмотреть на ситуацию под разным углом. На каждом своем объекте я стараюсь экспериментировать. И на данном эксперимент был в том, что вместо гипсокартонного потолка привычного мы использовали натяжной в той форме, в которой может быть использован только гипсокартон. Это вот эти прямые линии. То есть теперь, так как эксперимент завершился удачно, теперь можно придумывать любые линии. Это еще одно подтверждение тому, что сейчас современными натяжными потолками можно создать любой интерьер, сделать его эксклюзивным, стильным и дизайнерски продуманным. В такой детской комнате у ребенка с детства будет формироваться изысканный вкус. Спонсор программы – комплекс домашних решений компания «Махаон». Внимание, акция! Натяжные потолки от 99 рублей за квадратный метр. Звоните по телефону 228 70 88. Найти «Махаон» просто. Молокова 5D и Вавилова 1. А также выставочные залы на проспекте Свободы 32 и Партизана Железняка 9.